себе, в любви к себе. Да? Отказали. Ну, почему-то. Почему-то. Мы так воспитаны. Воспитание, допустим, на нас повлияло. Скорее всего, это. Да, скорее всего, воспитание. Но кто по своей воле-то? Ну, просто такая привычка. Ну, мама отказывала, бабушка отказывала. Ну, что, рыжая, да, я откажусь тоже. Но, что происходит? Происходит фоновая неудовлетворенность жизнью. Что такое фоновая неудовлетворенность жизнью? Вот все вроде бы нормально. Вот женщины, когда мне пишут в сообщение, да, там на консультацию хотят или вообще вот как-то вот уже приперло, я говорю, ну вот что у тебя? Она говорит, тут ты знаешь, вот вроде бы, я дальше уже могу не читать, да, очевидно, вроде бы вот все нормально. И дальше перечисляются какие-то объекты и события, которые как будто бы являются олицетворением некой нормы. Есть работа, есть достаток, есть какой-то муж, есть там какие-то дети, есть квартира. Ну вот, вот. Но вот это вроде бы говорит о чем? Внутри пусто, внутри такая тоска, что ни одним мужем не заткнуть, никаким, даже самым лучшим. Никакой квартиры, никаким достатком, никакими детьми. Даже если они отличники, призеры, олимпиаду выигрывают. Ну, понимаете, да? То есть делают все, чтобы маму порадовать. Но это не является тем витамином, которого не хватает. Представьте, вам не хватает витамина С. Ну, прямо катастрофически не хватает. А вы просто усилили дозу витамина А. Пожелтели уже такие все. А зубы выпали. А зубы выпали, да? Ну, вот можно ли дефицит одного удовлетворить дефицитом другого? Невозможно. Поэтому происходит фоновая неудовлетворенность жизнью. Что здесь? Периодические срывы, да? Депрессивное состояние. Ну что есть срыв? Я рада за тебя. Нет, серьезно. Вы мне расскажете перерыв. Я уж не буду на это. Эмоциональной бури. То есть существуют некие последние капли, да? Вот это состояние терпежа. Бог терпел, нам завещал, терплю. Терплю, 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 беру кусок последний, не беру совсем, отказываю себе. Но витамина не хватает по факту, да, ничем его не заменить другим. Поэтому происходит постепенное сползание вот в такую фоновую неудовлетворенность. Я уж не буду говорить о том, что отношения сыпятся, потому что когда несчастлива мама, несчастливы все. Ну, это вы знаете, да, мы туда далеко не выходим сегодня. Поскольку отказать в этом себе на самом деле невозможно по-честному, вот сделала вид, что вроде адаптировалась, всех обогрела, по каким-то нормам живу, мама даже хвалит. Молодец ты у меня, тоже терпеливая, как я. Маме нравится все. И вроде и мама рада. Но что-то вам вот никак не радостно. Да? Поскольку отказать себе это не, в этом невозможно, а делать это для себя вас и не научили, или вы уже окончательно разучились, что происходит? Происходит требование любви от окружающих. Понимаете, то есть дефицит никак не удовлетворить. Самостоятельно, значит, пусть кто-нибудь позаботится. То есть мы начинаем требовать любовь. Вот эти фразы. Вот выйду замуж, и все будет хорошо. Желание, происходит желание наслаждаться за счет кого-то. Повышенные требования. Женщина в дефиците, когда она ходит на свидание, у нее всегда завышенные требования к потенциальному мужу. Всегда. Чем более дефицит у нее внутри, тем больше будет, понимаете, да? То есть, чем больше мне не хватает, тем больше я буду искать. Ну, и он это чувствует, поэтому босс ему не дам, как говорится. То есть, мы хотим, чтобы они признали нашу ценность. Ну что, вкусно было? Вкусно? Ну скажи. Ну что, спасибо-то никто не сказал, сожрали и ушли, все. А что, посуду-то трудно было помыть? Вот в таких мелких бытовых вещах это реализуется. Мог бы и поинтересоваться, как у меня дела сегодня. То есть это не любовь к себе, что ли, получается, так проявляется? Да. Смотри, какая я хорошая. Но если мы... Почему мы это делаем? Почему мы сами себе не даем ее изначально? Чего по простому-то пути не пойти?
Потому что мы не считаем достойными этого себя. Да? То есть мы, смотрите, какая схема. Мы считаем, что мы этой любви недостойны, поэтому себе ее не даем. И пытаемся найти ее на стороне где-то. Но невозможно получить на стороне то, к чему ты сама считаешь себя недостойной. Потому что если тебе даже и будут это давать, ты взять не сможешь. Чувствуете? Mm-hmm. А если уж мы о мужчине тут говорим, то ему вообще это не надо. Для него фиаско – это катастрофа. Он же облажается. Ты же недовольна будешь. Вот не те, вот не так. Так, ну поздно. Поздно, но не то. Ну, в общем, там версий. Вы знаете сколько. И мы никогда не будем довольны. То есть требовать любви, и опять же, невозможно получить ее. Потому что недостойна сама. Вот некоторые задают вопрос иногда такой, например, что я вот сильная женщина, успешная, там какая-то такая классная королева. Но мужчины, они предпочитают как-то любоваться мной издалека, вот это все. То есть на близких отношениях, на близкие отношения не торопятся. Узнают, что я вот такая классная, и как-то, упс, куда-то ретировался, да, как раненый кабанчик, раз, и исчез. И это не этап неопределенности, когда положено спрятаться, да. Это как бы, ну, все. Поговорили, и он понял, что надо держаться на расстоянии. Как вот, почему так? А почему так? Потому что ты сама в своей успешности неконгруентно, нечестна. Тебе самой это тяжело дается. Понятно? Ты сама этого стесняешься. А то, что типа у тебя там, например, есть машина, квартира, там, на богатая невеста. А кто-то же спрашивал, а может не говорить ему до поры до времени, что у меня все это есть там, да? Почему? Чувствуете? Думают, что типа только на это будет. Дальше не важно, что происходит, думаем, думаем, не думаем. Ум-то, ну, он не спит же, круглосуточно же дежурит, чтобы не впустить разум. Поэтому он вам объяснит. Но поймите саму схему, почему невозможно получить то, по отношению к чему у вас у самих сопротивление внутри, или то, чего вы сами себе не разрешаете. Просто вот поэтому уже и невозможно. Или возьмите другой пример. Допустим, женщина прям полная такая, да, есть разные ситуации с весом. Есть наверняка у вас примеры, когда вроде бы как бы да, но ей настолько в этом естественно, что когда она говорит, например, сколько она весит на самом деле, никто не верит. Всем кажется, что меньше, всем кажется, что она стройнее, чем она думает сама, и даже чем то, что она вот озвучивает. Потому что ей в этом легко, ей в этом естественно. И у нее никогда не возникнет мысли о том, что, наверное, мужчинам нравятся постройнее. И заметьте, у нее всегда будет мужчина, по крайней мере, тут возникает мысль какая, ну кому-то же такие нравятся. Смотришь, по улице идут, да, прям так идут, прям. Ну, рядом с ней что-то такое прям бывает. Ты ж, блин! Как так? Понятно, да? И она прям себя несет. Почему? Потому что у нее у самой ограничений на эту тему нет. Понятная идея? Поэтому прямо серьезные вещи сейчас говорю. До тех пор, пока вы внутри не дадите сами себе то, в чем вы нуждаетесь, вы этого ни от кого не возьмете. Ну, я уж не буду говорить о том, что сама по себе форма, как бы форма даже на уровне коммуникации, да, когда вы хотите получить любовь на уровне вот требований, это, ну, звучит-то даже странно. Ну, кому это интересно? Кому нравится осчастливливать женщину, которая истерит? Ну, подальше держаться, мало ли что. Мы же не знаем, как бы, насколько эта капля последняя. Это для нас это просто кружка в раковине, которую, ну или там... Ополоснул, понимаешь, не помыл, наполоснул. Я же только попил, и что? Ну, то есть воды. Она же не грязная. Как не грязная? Ты же, ну... Ну, это же ведь вопрос-то... Во!
это вопрос состояния. Это не вопрос кружки. Пил он из нее, ел он из нее, и что он в нее еще делал? Не об этом. Не о кружке, а о дефиците. Поэтому, когда, допустим, женщина, я могу спросить, ну как вот ты, как о себе заботишься, как ты силы восстанавливаешь? И кто-то мне, например, говорит, я хожу на фитнес. Я говорю, и? Ну как у меня это восстанавливает? Я говорю, смотри, надо разумом себя любить, надо понять, что такое восстановила я силы или нет. То есть, чтобы ты знала, ты должна приходить домой, и у тебя должно быть некое состояние, которое позволит тебе увидеть эту кружку, ну и как-то вот. Да? Ну, грязные и грязные. Вот увидеть что-то, что не так, и при этом принять это, как границы других людей, как привычки других людей. Вот что такое наполнилось. Тебе как, говорю, после фитнеса? Вот так ты приходишь после фитнеса. И счастлива ты. Ты просто еще раз успешно. Это крыжик сходила. Особенно если бывает такое, знаете, не хочется. Но ты знаешь, надо заставить себя. И ты собралась. Тряпка пришла, прошла тренировку. И ты потом выходишь, я себя сама на этом ловила раньше, когда ходила. И думаешь, какая я все-таки молодец, что заставила себя, да? И появляется ощущение удовлетворенности. Счастье-то где? И ты такая в иллюзиях счастья. Почему в иллюзиях? Потому что сейчас будет лакмусовая бумажка под названием «Дом». И ты туда приходишь, и только там ты понимаешь, ты удовлетворена. И успешно, звезда, у тебя там минус сантиметр, никто не заметил. И вообще это как бы до первой тарелки картошки. Да, или шанги. Или ты реально счастлива. Понятна разница? Не путайте. Успех со счастьем разные вещи. Успех может увеличивать счастье, но не заменять его. Вот. Поэтому схема такая, еще раз. Отказала сама себе, да, витамина не хватает, но без него никуда. Фонит, да, что-то фонит, вот признаки, как фонит, да. Хочется взять, но, ну, как бы вот, хочется и колется, да, то есть пытаешься ты выйти истериками, манипуляциями, шантажом, и никогда это не получишь. Ну, что дальше? Сплошное разочарование, да.